Дагестане проводится республиканский месячник по противодействию экстремизму и терроризму «Дагестанцы против терроризма. Родина дороже». Телефон горячей линии 67 20 32. С 15 сентября 2016 года на территории Республики Дагестан проводится месячник по противодействию экстремизму и терроризму. Дагестанцы против терроризма, родина дороже. Прокуратура района просит жителей и гостей Хасаютовского района обо всех ставших известными им фактах проявления экстремизма и терроризма сообщить анонимно на телефон горячей линии прокуратуры района 8 928 503 68 32. We'll be right back.